Друзья, всем привет! И с вами Квантум, с вами Крата, с вами Айк, с вами Руди. И добро пожаловать, это Sea of Thieves. Всем привет! Возьми камушек, привет, вот возьми. Жесть. Это да, будет весело, будет угар, будет что-то новое сегодня. Смотри, ну а мы начинаем. Айк, это тебе, Айк. Иди сюда, это тебе, Айк. Я притащил. Пожалуйста, Айк. Айк, привет, привет. Как вы? Сейчас Антон тебя ждет, радужная встреча с его внутренним роскошным миром. Я вижу, что он зеленый, блин. А, он нажрался уже, свинья, бля. Скормил, мудак. А, может, у него морская болезнь? Боже мой, Айк, не надо. Я рулю. Мы сейчас разобьемся, ты на меня блеванешь. Заблю ему рот. Сейчас я попробую запить это. Ты наоборот должен закусывать. Да не мать твою, ты тоже зеленый, сука. Я нормальный. Я пойду ужрусь. Сейчас. Как дела, Антон? Удак за тебя. Ням-ням-ням. Сколько червей надо съесть? Дворники включите, дворники, дворники. Слышь, а ну, пацаны, залезьте наверх и попробуйте блевануть на меня сверху. Офигеть весело, чем заниматься в Sea of Thieves? Пополз я наверх блевать буду. Айки наверх с Руди. Мне не хватает блевотни, надо больше ужраться. Чё, классно было? Лови. Классно? Да, да. Фу! Салют из блевотины. Из ведра говна начерпнул. А попробуй, Айка, попробуй блевануть и наверх кинуть. Типа на себя. Блевобомба! Фу! Бум! Не закинул. Она обосралась. Ну и всё. Антон. Лоб промазал вообще просто. Так, надо... Я сейчас пойду воду наберу. А, пацаны, право борт, это что такое? Где? Право борт, право, право, смотри это на право. Это скалы. Не, блядь, череп. Это разноцветное такое. Что? SES. Я вижу. Что это за хрень? Это вообще что за фигня? Я же хрень. Опять добавили страшно. А ну-ка, правей, 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 мы не туда идем. Смотри, Квантум, как это выглядит. О, нифига круто. Ты мне перед нравится. Лицом просто моя. Дай посмотрю в этот, что там? Это какой-то череп. В смысле? А ну покажи. Это, судя по всему, игрок какой-то. Да, сейчас в будет... натуре. Сейчас будет жесткая битва. Он, походу, поднял флаг, и он подсвечивается на карте для всех. Данил, там реально... Околесится. Птицы, это типа что-то затонувшее, либо какой-то крутой дроп, я не знаю. Я не знаю, что это такое. Ну, против ну корабля там нет. Во. Я тупой. Я тупой, и мы все в нас стреляют тупые все. И Квантум. А я тут вообще при чем? Тупой. Че ты ходишь за мной со своим? Что это такое? Мы дошли почти. Что это за место вообще? Я не знаю. Дырка якорь, дырка якорь. Стоп, не, давай прям на нее зайдем. Я хочу, чтобы прям через корабль она была. Там корабль внизу. Ты что же нырнул? Дыркой, дыркой! Погнали смотреть! Или не нырнул. Ладно, короче, мы чуть на него не сели. Короче, пацаны, это какой-то корабль. Я не знаю, что это за корабль, но он прикольный. Я капитанский пойду прочекаю. О, тут рубины, тут нифига себе. Че, круто там? Тут шелка тонкие, офигеть, недорогие очень. Я бухой, блядь. Бля! О, нашел куда! Данил! Че ты нашел? Я какую-то срань крутую нашел, такой раньше не видел. Хочу я вообще не видел, что это за место. В трюме бочки есть, залутайте бочки там. Нифига! Че? В трюм все, пацаны, там в правой бочке, нифига себе, там рыба какая-то, рыба-меч какая-то огромная, там какие-то ляшки вкусные, голяшки. Пойду тырить ляшку. Залутайте, там вообще топчик. Там ляшки, голяшки, там топчик Данил, происходит. Данил, иди прочитай, как называется сундук, который я нашел. Сейчас, я выплыву только. Что это за сундук? Как он называется? Сундук жнеца, это что за хрень? А, ой, это смерть, походу, мы приручили. На нас мы метка, походу, сейчас будет, Антон, смерть. Слышишь? Да я ж говорю, ты говоришь, не думаю. Ну, что, на нас метка, короче, пацаны. Готовимся уплывать, да? Залутаем полностью и валим отсюда. Вы весь трюм залутали? Ну я лутаю, я уже задыхаюсь, блин. Я пока на ближайший форпост навигацию проложу. Я пока работаю, я блюю, я цезарь. Короче, какой-то сундук. Блин, пацаны, почему? Вам не скользко там, пацаны, нормально? Ё-моё. Обблевал меня. А, я случайно бросил якорь. Дыркнули. Да я случайно.
Так, ну слушай, я не знаю, что это за сундук, но типа из обновы новый. Я вообще такой, сука, играю, первый раз такой сундук вижу. Ну, я же говорю, не... это Антон, новой постри обновы. На навигации, метка за нами идет. Слышь? Метка за нами идет? Ну да, да. Это метка жнеца. Вот же форт старый сапог. А где он продается еще этот сундук? Не знаю, давайте в сундуке, в складе, не? Пацаны, дробовик возьмите, возьмите боеприпас для дробовика. Хорошо. Только у меня и так уже дробовик, потому что я знаю, как сражаться. Сзади нас корабль, еще один. Это я просто пукал. Сзади нас корабль. Так, а тебе корабль? Справа. Да, это бригантин идет сзади нас, он за нами идет. Он четко на нас курс вывел. Так что идем сразу продавать. Нет, трое на корабле, один сундуком идет, в крысу обходит все. Че, реально? Да. И, блин, когда прыгать, Антон, бери сундук и прыгай, пора. Прыгать? Да. Пока мы отвлечем их внимание. Просто пацаны, да, якорь готов, сгорбает, якорь готов, блин. Якорь дыркайте. Пока не дыркайте. Сейчас подойдем к нему поближе. Так-то на мне метка на карте, пацаны. Тебе разве? Не дыркай, да. держи. Дыркай, отпускай. Да, на тебе, Лел. Опа. Ты что, реально так делаешь жестоко с ним? Их нету здесь, забейте. То есть мы хуйня сейчас страдали? Бляха, да. Муха, и меня акула сейчас сожрет. Че, ты реально? Доплыл вообще хотя бы? Нет, далеко прыгнул. Ладно, я шелка беру, потащил шелка. А возьмите шелка, продайте, шелка на пирсе продаются, пацаны. Ой, я слышу голоса. А им пофигу, это, походу. Это дети. Бля, дети это самая страшная херня. Айк, залутай у них корабль на припасы. Хорошо. Шокер, идет один. Им пофигу. Он бьет тебя. Он убил меня, Антон, не выплывай. Он говорит, брычка какая-то. Как говорить на французском? Бляха, муха, да его нельзя продать, мать вашу, его нельзя продать. А чё не утонули? Они дрыщи. Сука, пацаны, мы на мель сели. Нет, они нас стреляют. Нас стреляют, что ли? А, они в жопу нам кидают. Сак май дик, соси кирпич. Чё, дадим им бой, пацаны? Они да вирус, нахуя, нет, они утонули. Вирус, они школьники. Нет, там бригантин. Батл школьника ведет, подожди, нормально все. Давайте этот, пару сабри поднимем, сейчас дадим им люлей. Руди! Чё? Правее! Помогай. Антон, стреляй, направо что? Бери. Да, помогай. Огонь. Надо было затормозить. Попал. Умрите. Попал. А это не новый корабль? Нет, это трехпалубный. Мимо! Лохи! Прямо иди, они развернутся, догонят. Они к нам плывут! Чё, паскуда? А ну! Поднимайся! Серьёзно? Давай, плыви. Да, видишь, он собака плавающая. На тебе, говноглист, блядь. На! Попадание! Давай! Хорошо, пацаны! Ежачьте! Стреляю чисто в воду, волны, блин! А ну через закончились. Давай, я равняюсь. Я не вижу, как стреляю за волн. Выше. Хорош, попал. Не вывожу угол. Они. Левее, догоняй, будем все паруса. Пусть на всех на полных парусах догоним. Их. Не трать. Куда этот сундук сбагривать? Бля, у него снайперка. Мы сейчас ударимся. Нет, нормально. Так, лев руля, перекладывайся и все. Нормально, окей, я прям сзади них. Мех. Я к ним запрыгнул. Я их топлю. Как ты их топишь? Они тонут чё реально здесь. Чего вы все запрыгнули? Они на нашем корабле походу сейчас будут. Сзади! Ой, Руди. Мне в ебало выстрелили. Дважды. Все, положили его. Сдохнет, тварь. Они тонут. Убил. Разложили их, капец. Я надеюсь, он нас не убьет. Пойдем, я шелка возьму. Да, я помогу. Нет, слышь, защищать. Кого? Там на корабле ресурсов нифига нет. Кого защищать? Корабль. Здрабаша. Ну я с дробаша буду тебя защищать рядом. Давай, заходи. Так, дюк. Да. Можно продать? Цел. Сундук жнеца. Дублоны только дали. Он донатский. А дублоны так-то можно в золото обменять. Я бы тебе в ведро говна плюснул, да нема. Вот, да, конвертировать можно. 10к. У меня плюс 20 тысяч получилось. А он сколько дал нам? Он дал 25 монет. Ну короче, 25 это дублонов. Типа,
Ну, короче, этот сундук стоит 15к, да. А у меня 85 этих дублонов, надо их на что-то делать. Ну, это все равно самый дорогой сундук. Так, значит, что происходит? Мы идем на череп. А череп идет на нас. Его там атакуют. И мы будем его атаковать. Айк. Ты дебил? Рассказывай, что происходит. Один удар это да, два удара это нет. Айк, ты здесь? Айк, ты дебил? Мы идем на череп? Мы врежемся в скалу? Это плохо? Нет, это хорошо. Тогда идем в скалу. Вот так вот мы общаемся, все, Зевс. Кратос плохой капитан. Кратос вообще не капитан. Вот. Команда согласна. Внутриигровой оверлей, да ты же включен был. Давай посадим его в карту. Давай. Давайте Кратоса в карту посадим. Что за ФК вообще? Я забыл про Кратоса точно. Где он там? Ага, сейчас. Так, команда. Кратос плей. Проголосовать заключение. Все, пусть там танцует. Хватит над Кратосом издеваться, вы чё? Ты сам предложил это сделать. Да чё, тихо, это потом никто не знает. Кратос. Мантум не предлагал вот тебя. Вот же ублюдки просто, ну. Надо было от этих чай себе сделать, да? Реакция бесценная просто. Нахер меня тут закрыли? Я вообще такого не ожидал. А я при чём? Персонал обслуживающий. Ты охуел, гнида. Еван, я вообще-то, пацаны, возьми. Не обижайся, не обижайся, Руди, возьми покушай, возьми. Возьми, Руди. О, давай. Возьми покушай. И ты, Айк, возьми покушай. Не расстраивайся. Мы жрем кокосы, а ты мою блевоту жрешь. На, покушай. На, покушай, Айк. На, покушай. Все, я пацанов покормил, они хорошие. Я не могу, это ядро, жри сам ядро у шлепок. Выпусти меня, слышь? Пацаны, мы пришли. Да выпусти меня, ёбаный рот. Проголосуйте за выпуск, Кной. Давайте, голосуем, а потом посидел. Свободу попугаям! Пацаны по нам огонь ведут. Ребятушки, ловлю. Я только что откинулся. Попали! Поэтому я готов. Антон откинулся. Да. А я готов рыгать на тебя. Знаете, как правильно было заходить в хату? Берёшь и заходишь. Тонем. Якорь, да дыркайте, не... пацаны, якорь. Дыркаю. А, я понял, куда мой экран. Поднимай якорь, дыркай. Так хорошо заходили, ладно. Да, зато там бочки. А, зато у нас... Все, не поднимай, нормально. Отлично. Все, на базар идем? Да, на базар идем. Попадет интересно у нас. Там бочки, там, слышишь? Золотые, пошли в жопу! Золотые купола! Мы сейчас корабль подгоним и жопаем будет. Ребят, если будет взрыв, я не виноват. Не-не, рано, Айк. Хотя пофигу. Хорошо встали, вообще идеально. Пошел вон. Кто в нас стреляет? Понятно, говножу этот, иди сюда. И акула ко мне такая поплыла, здорово. Че, на кого там шипишь? На! О, прям в центре эти водоросли. Да, водоросли лохи. Раскидаем водорослей мы сейчас. Нате, все. Здравствуйте, водоросли. Пау, да. Все. Пау. Еще не все? Водоросляные, говнышки. На, все, убил. Где мой ананасик, ням-ням-ням, он вкусный. Убиваем черных, да. Что взрывается? Я не знаю, то ли меня взорвали пацаны эти черные, то ли что. То ли Айк выстрелил. Айк, хватит, пожалуйста, взрывать бочки. Айк, не трать ядра. Что я не делал? Кто стреляет? А что ты ничего не делаешь, а ну-ка. Пацаны, у меня проблемы. Да, я вижу. Прям за мной бегут. Есть проблема. Она не может перестать убивать. Они еще и блоки ставят, вот так вот. Ай, красава. Спасибо. Пацаны водоросли поперли. Потому что в самолете под... Все зависит от винта. Пацаны, у меня тут проблемы как бы. Да мы три бьем. Дробовика.
О, ура! Финалочка! Финалочка! Финал очка! Айк, а ну-ка, где ты с бочкой? Ты нам нужен прямо сейчас. Нам, они, ой, они вообще лохи. Пошли бочку искать. Давай. Так, пройду где-то была. Я пока его подсосником. Расшлёпаю всех. Не обязательно убивать, да? Осталось только главного убить. Да, да. Всё, главного и как бы остальные такие лохи вообще. А, сейчас же музыка классная. Да, о, музыка нашел, нашел бочку, нашел бочку, пацаны. У меня патроны. Опа. Медальон. Теперь я открою цитадель, наконец-то. Ура, Айк, давай, да пойдем цитадель открывать. Айк, я тебя ненавижу, а сижу тут, блин, на мертвом корабле. Я удостоен такой чести. Он жив, давай, открывай. Да ладно, я подожду Антона. Стоп, я нет. Че, меня нет. Руди, на. На, забирай, открывай. Так, давай. Давай. Только Антон, цитадельную бочку не взрывай, она стоит много. Ну, а где? Кого? Давай. Да вот, открывай. Данил. Ты... у меня ключа же нет. Я тебе ключ давал. У тебя... Айк, 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 ключ забери. Сюда, давай. Айк, вы ты заебал руинер, блядь. Вот тебе раз. Это руки тоже было открыть. О! Ефочка! Ого. Вот уже что-то новое появилось. Че новое? Смотрите, бочка. Не надо. Поиграем в горячую картошку. Как тусить? Ты знаешь, как тусить, только что... Динай! Это Руди сделал, да, сейчас? Да. Поиграли в горячую картошку, молодцы. Мы на этом острове четвертую серию заканчиваем. Третью серию подряд на этом острове. Давай, Айк, прям без тормозов залетай. Все, продаем, ура! Он потом уползет. Так, сколько у нас баланса? Квантум, давай, я тебя как... Давай, 2600, у меня 37. Сюда, у меня 93. А, 97. У меня 97 тысяч. Ебой! Кривой. Меня утащите? Да. Где она? Так да. Подожди только. Забирай меня. Их. А, сейчас я бочку взорву. Урна с древним прахом. 4300 почти. Антон, а тебя, не, тебя же ничего не учат? Иди в жопу, понял? Айк засейвил все, капец. Айк, ты Айк сейвер, засейвил. Просто ты ангел-хранитель Кратоса, просто капец. Ребят, ну что же, на этом все. Это был Сео Взып, с вами был Квантум, с вами был Кратос, с вами был Руди, с вами был Айк. Понравилось видео, и ты хочешь больше таких? Себе лайк, подписка и комментарий. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока, пацаны. Кажись, я тону.